Предлагаю скорее узнать, что внутри. Полностью согласна. И это все? Одна печенька на нас троих? Да уж, маловато. Что будем делать? Окей. О, кажется, я знаю. Пришло время тянуть карточки. Ну вот, я даже ее не попробую. Не повезло. Если только не сделаю это быстро. Нет, ты не тронешь нашу печеньку. Теперь я тяну карточку. Я смогу ее откусить. Ну вот, значит, мне придется ее облизывать. А я так хотела поесть. Только мне сегодня повезло. Хотя у меня есть идея. Саманта, можно я буду первой? Валяй. Все равно ты не сможешь ее съесть. Может, я и не съем, но я слежу самое вкусное. Белую начинку. Что? Даже мне не оставила. Не переживай, специально для тебя я подготовила немного слюней. Вот, держи, приятного тебе аппетита. У меня, кстати, неплохие слюни. Какой кошмар, это же такая мерзость. Фу. Меня как будто собака в рот лизнула. Эй, а я-то тут при чем? Какая гадость. Пора открывать. Можно на этот раз я? Давайте посмотрим, что же там. Ой-ой, кажется, это кактус. Может быть, он шоколадный? Нужно проверить. Нет, не шоколадный. Больно, он настоящий. Какой ужас, это же игла! Я знаю, как могу тебе помочь. У меня как раз завалялась пара пластырей. Именно они тебе сейчас и нужны. Спасибо, Джек, ты настоящий джентльмен. Кажется, пришло время тянуть карточки. Ну вот, только не это. Ура, я выиграла, я не буду его трогать. Ой, мне придется его облизывать. А мне кусать, какой ужас! Да уж, не повезло. Особенно быть первой. Нет, я не буду первой. Нет, ты будешь. Как дети ссорятся. Это твое. Нет, твое. Хватит, уже достали. Может, решите вопрос проще на Цуефа? Это хорошая идея. Цуефа! А, кажется, я выиграла. Так что, Джек, ты первым будешь лизать эту гадость. Так хотя бы честно. А, как же больно! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой, бедный Джек. Да ладно вам, это просто шутка. На самом деле язык не настоящий. Дурацкая шутка. А теперь ты должен лизнуть кактус по-настоящему. Точно. Ладно. Я не буду рисковать. У меня есть идея, как сделать кактус совсем безобидным. Так он точно не будет колючим. Ай, аккуратнее. Все же прямо в нас летит. Я вся в иголках. Не ворчите. Зато я теперь могу спокойно облизать кактус. А Эмбер сможет его откусить. Так, я попробую. Я не при делах, но все равно вся в иголках. Фу, даже бритый кактус на вкус отвратительный. Фу, это очень гадко. Почему снова в меня? Причем тут я вообще? Ой-ой, это не я. Ку-ку. Это все она, Эмбер. Чем это так пахнет? Кажется, запах из-под крышки. Нужно узнать, что там. Окей. Ой, этого я и боялся, это же рыба. Фу, гадость. Мерзкая рыба. Но карточки никто не отменял. Блин, придется ее лизать. Ура, я не делаю ничего, мне повезло. Это что такое было? А, неважно. Получается, мне придется ее кусать. Ну уж нет, я не согласна. Придется. Это сложнее, чем я думал. Мне страшно. Но я должен, я смогу. Еще минутку. Не будем мы ждать. Вот, я тебе помогу. То-то же, так и правда быстрее. Мерзость. Ты как ты посмела?
я тебя отомщу. Вот, ешь свою рыбу, кусай! Ты что сделал? Я не была готова, меня сейчас стошнит. Фу, ну и вонь. Но это еще не все. У тебя целая половина рыбы. Отстань от меня. Ай, мне же больно. Зачем вы так? Ну что, открываем? Погнали. Ничего себе, какой огромный торт. Уже хочу его съесть. Но еще рано. Сначала карточки. Они уже наготове. Разбирайте. Круто. Я могу все облизать. Ура, я буду есть. Ну вот, а я ничего не смогу сделать. Хотя почему я должна страдать? Я тоже могу попробовать тортик. Ой, как же это вкусно. Так бы и ела этот торт вечно. А ну руки держи подальше. Это вовсе не твой торт. Жадины, могли бы и поделиться. Мне самому мало. Может, хватит? Вообще-то это и мой торт тоже. Как же вкусно! Хватит! Нужно делиться! What? Ты чего? О, тортик еще и на носу. Класс! Ты был прав. Торт просто шикарный. Эй, Саманта, может, ты и с нами поделишься? Еще чего захотели, это мой торт. Ни за что. Ах так, тогда получай. Ты что наделал? Да я тебя сейчас. Ну все, ты у меня получишь. Зря ты так со мной. Эй! Не попала. Ты совсем обнаглела? По-моему, тебе даже идет. Интересно, что там внутри? Ой, кажется, это невкусно. Это просто ужасно, какая же гадость. Кошмар. Ну вот, а я еще это ем. Ура, повезло. А я что? Окей. Ладно, облизать его будет не так сложно, если зажать нос. Это и правда не так страшно. А если убрать прищепку вот так вот? Фу, какая мерзость! Верните мою защиту! Джек, теперь ты. О, нет! Я не смогу его съесть, это гадко! Но тебе придется. Почему именно мне так не везет? Как же это невкусно! Наконец-то свежий воздух. И не говори, подруга. Рано радуетесь, что-то мне нехорошо. О нет, опять эта вонь! Помогите! Я падаю, спасите. Упс, я не виноват. Давайте посмотрим вместе. Круто, Хуба-Буба. Да, осталось только карточки вытянуть. Что же у меня? Ну вот, я даже не смогу пожевать. А я смогу пожевать жвачку. Как же круто. Облизывать. Ну, жвачку нужно жевать. Вот, лови, ты будешь первый. Класс. Надеюсь, она будет очень вкусной. Так, попробуем язычком. Хотя чего мелочиться? Можно облизать ее целиком. Так будет точно вкуснее. Ты же ее испортишь. Может, хватит уже? Дай ее мне. Ну вот, теперь она вся в слюнях. Зато мне было вкусно. Нет, я не буду ее есть. Это гадко.
Опять? Я-то тут при чем? Фу, теперь ее точно никто не будет. Чур, я первая узнаю, что меня ждет в моем сейфе. Странно, но он же пустой. Где же та самая какашка? Ой, таракан! Он ползет прямо по мне! Снимите эту гадость! Да ладно тебе! Смотри, не такой уж он и страшный. Я бы сказала, даже очень милый. Понимаешь, что тебе придется с ним делать? Нет, я не буду! Смотрите, какой он жуткий! У него такие усы! What? Пока ты тут смелости набираешься, я уже со своим сейфом разберусь. О, а мне повезло! Смотрите, какая у меня огромная печенька Орео! Круто! А что же ждет меня? Ничего себе! Какая красивая и необычная волшебная палочка! Осталось только узнать, что же она делает. Как прикольно! Благодаря ей я могу сделать так, что вы все повиснете в воздухе! Слушайте, а ведь это классный аттракцион! Нет, это вообще не классно! Так больше не делай! Ты играйся со своей палочкой, а я, пожалуй, поиграю со своей огромной аппетитной печенюшкой. Может, и мне дашь откусить? Не, я сама с ней разберусь. Уж больно она вкусная. Ах так, ничего. Есть у меня один хитрый и очень неприятный план мести. Что ты скажешь, когда на твоей печеньке поселится этот таракан? Oh, no! Ничего не скажу. Таракан ведь очень милый. Ах так! Ничего, я все равно заберу себе твою печеньку. Пусть она просто залетит мне в рот. Эй, как тебе не стыдно? Воровка! Осталось одно развлечение – смотреть, как Эмма возится с тараканом. Вам смешно, а вот мне не очень. Но, видимо, придется сделать это быстро. Молодчина! Я знала, что ты смелая. Нет, я не позволю этому таракану просто улететь. Вот, Эмма, ты все равно должна будешь его съесть. Вот уж спасибо, Саманта. Фу, какая же это гадость. А я надеялась, что мы подруги. Кстати, мне тут пришла одна очень интересная мыслишка. Раз моя палочка может заставить летать что угодно, значит, она может сделать так, чтобы вкусняшки прилетели ко мне. Смотрите, да здесь же целая куча разных сладостей. Я самая счастливая. Похоже, уже не самая. Вы что наделали? Вы сломали мою палочку! Теперь мне остается только есть то, что уже прилетело. Не расстраивайся. Тут тебе на год вперед хватит. И правда, тут нам всем хватит на год. Чур, в этот раз первой открывать буду я. Кажется, меня ждет нечто приятное. Точно! Целый баллон моей любимой колы! Ой, она, наверное, сейчас как вспенится. Хочешь прям в тебя, Элис? Нет, не надо! Да не переживай, все окей. Мне повезло, и вся кола осталась в бутылке. Прекрасно. Значит, теперь я тоже могу открывать сейф. О, нет. Как они узнали, какая еда для меня и правда похожа на какашку? Я просто ненавижу лимоны. Какая же я «везучая» в кавычках. Очень везучая. Интересно, что будет у меня? Надеюсь, что-нибудь магическое. Ничего себе! Это же конфетное облако. Я такое только в мультиках видела. А ну, руки убери. Это всех касается. Я не позволю трогать мои конфеты, а не только мои. Мне и не надо, у меня есть кола. Ничего себе, какая же она толстенная, раз в нее помещается столько жидкости. Что-то мне плохо, девочки, посторонись. Фу, гадость, как воняет. Тебя манерам не учили? И это было еще не все, вот продолжение. Да мы тут сейчас улетим из-за твоих рыков. Какой ужас. Меньше слов, больше дела. Эмма, ешь лимоны. Я ненавижу их. Хотя у меня есть идея, что я могу с ними сделать. Зачем мне давиться этой кислой гадостью, если я могу просто сделать из лимона вкусный сок? Наивная. Думаешь, твой сок будет вкуснее, чем сами лимоны?
Сейчас вы сами в этом убедитесь. Вы просто мне завидуете. Ой, кажется, вы были правы. Эту кислоту даже во рту держать невозможно. Ты что творишь? Вся кислятина на нас. Да уж, ну и гадость. Даже в глаза попала. Интересно, а где мои конфеты? Облачко, дай конфет. Что-то не так. О, ура! Теперь у меня куча Скитлз. Да тут всем хватит. Нет, это мое облако. Так что я не собираюсь делиться с вами. Думаю, я могу просто его забрать. Ничего ты не можешь. Оно как было моим, так моим и останется. Раз уж вы все попробовали Скитлз, согласитесь, конфетки просто шикарные. Что же меня ждет на этот раз? Кажется, опять что-то крутое. Точно! Смотрите, какой аппетитный и яркий пончик. Его можно не просто есть, а еще с ним можно играться. Ой, мне еще предстоит научиться его ловить. Я удивляюсь, куда же деваются эти сейфы? Но сейчас мне все равно. Я думаю только об этом аппетитном пончике. Как же вкусно! Дай куснуть. Ня! Из-за тебя палец укусила. Теперь он очень болит. Не страшно. У меня всегда есть пластырь как раз на такие случаи. Круто. Спасибо большое. Интересно, что же ждет меня? Окей. Ну вот какая-то гадость. Мне снова не везет. Я ненавижу куриные яйца. Особенно, когда они сырые. Что бы мне с ними сделать? Давай-ка я тебе помогу. Ой, прости. Смотри, какие аппетитные яички. Давай, пора их есть. Как же вы мне надоели. Смотрите, какой пупсик. Теперь это мой питомец. Я тоже хочу такого питомца. Окей. Ну вот, у меня просто яйцо. Птенчики достаются только добрым девочкам. Интересно, что же ждет меня в моем сейфе? Кажется, это какая-то бомба. Что? Бомба? Мы срочно должны прятаться. Помогите! Может, я могу ее обезвредить? У меня и кусачки есть. Ой, кажется, я сделала только хуже. Девчонки, ложись! Ничего себе! Смотрите, сколько тут конфет! Кажется, это была конфетная бомба! Круто! У моего птенчика теперь есть братик в шоколадном яичке. Еще больше только самых интересных челленджей вы всегда сможете найти на Дорадо. Оставайтесь с нами, будет весело!